Левик, подъем. Левик, подъем. Подъем, подъем, подъем. Лева, просыпайся. Едем на пляж, едем сэндвичи купить и на пляж. Катя, там нельзя трогать. То Лева ругаться будет. Лева. Фотография Лева. Лева, просыпайся. Левик, просыпайся. Левик, просыпайся, просыпайся. Уже время много. Как, ну нет, постарше он тут. Постарше, постарше. А. Да, Толя, это штуки всякие. Левик, просыпайся, Левка. Левик, просыпайся, просыпайся, сыночка, просыпайся. Поехали на пляж, поехали вкусные сэндвичи скушать. Лева. Лева, подъем, подъем. О, мило. Лавруш, только не надо в пасть ей лезть. Вот они. Маша позвала, говорит, мам, смотри, как тут хорошо. Уютно. Это они так бесятся, да, с этими? Или нет? Или это вы такие? Как варвары. С Мейсон раньше играл такой штукой. Жорик, ты уже на животе лежать, по-моему, не можешь. А, Жорик? А? Кто-то много жрет? Кто-то много жрет? И Жорик. Ой, как в такой шубе еще и на солнышке греться, а? Жорик, Жорик. Дядя, я потрогаю брюшко твое красивое. Мася, Мася, ладно, он лысый. А ты-то куда в такой шубе? А? Жорж. Лиза, моется? Моется? Нравится, вообще. Угу. Они а на одном уровне развития. Да. Так, ладно, ждем Лизу, ждем Леву. Угу. Лавр, сейчас псиной будешь вонять. Я так не могу с ней играть. Угу. А это довольно. Угу. Лиза! Так, все, все, готовы, готовы. Девочки мои готовы. Леву ждем сейчас. Лавруша готов. Он страшно недоволен, что на него одели майку. Да, на Кате одели шорты. Почему мы на купальнике одеваем пока майки? Потому что мы сейчас поедем сначала сэндвичи выбирать. Будем все выходить из машины. Лавр, ну все. Так, Лева готов. Все, девочки, выходим. Я готов для шлёпки. Мне тоже. Все, все, выходим. Так, Лева, все, выходим. Мы никто не завтракал, никто не ел ничего, все просто выезжаем. Все, спускаемся, спускаемся. А, время 9:44, представляете? Сколько усилий требовалось, чтобы всех поднять из постели и повытаскивать. Машка, кстати, в шортах, которые я в Уолмарте купила, помните? Давай, все. Да, в машине есть зарядка. В машине заряжаешь, опять не заряжен телефон. А, что ты мне вчера не напомнил? Все, Лавра, выходите за Катей. Так, ищем котов. Оба здесь, все. Какой корм? Собачий? Нет, вот этот, кошачий. Так там тот корм, который они едят. Зачем его доставать? Они, кстати, достанут. Надо брать. Мила, отойди. Мейсон здесь, все здесь. Что к чему? Зачем вы его достаете? Вы его и едите. А что такое? Опять полезли муравьи. Так, все, Лёва, все, они никуда не делись. Все, они... Пойдемте. Полезли муравьи опять. Да вот здесь наверху стоит. Побрызгайте хорошо. Я на балконе вчера брызгала. Там их куча. Сейчас сезон пошел. Господи, все орут. Выходи, Лаврик. Че к чему? Выходим. Да вы что там устраивали? Все запшикали, блин. Господи, давайте я только... обрызну, выходите, там я просто брызну. Только там, откуда они появились, и все. Взяли все. Иди сюда. Мила, 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 мила. Мила, 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 мила. Иди сюда ко мне. Иди Вов, сюда, да он не опасен, там. Этот дихлофос. Иди, да опасен он, ну, он опасен. Ну, если его выпить, да опасен, но понюхать ничего страшного. У тебя ничего не опасно. Давай, выходи, иди, Мила. Иди сюда, иди сюда. Такие сборища у нас. Выходите хотя бы кто-нибудь, выходите на улицу. А что сейчас-то придумали? Ну, потому что муравьи там лезут. На Лизины ботинки. Опять на Лизины ботинки или на что? Лёва, спускайся, тапки свои одевай. Ты телефон свой взял? Мейсон туда. Ну, он же провожает просто. Господи, а. Семья сумасшедшая. Бутылочки. Где Маша?
А? Да ничего страшного, Лёва, иди. Нет, потому что в школу выходи. Для того, чтобы они как бы... Лавра, обувайся быстрее. Папа. Очень дорогие брендовые вещи. А там вещи. Ну, надо тоже убрать ребёнка. Да он уйдет сейчас, господи, проводит и уйдет. Не будет им плохо. Обязательно будет плохо. Маш, ну где вы есть, а? Так, Мейсона спасли. Маш, ты идешь? Она косточку ей дает собаке. Следи, у меня Лаврик. Катя на улице, что ли, уже? Вон, все залили. Перед входом. Вот сюда вот они залезают, они оттуда. У них сейчас сезон какой-то, и их куча дохренища. Все, частично хотя бы вышли. Подержи, на сиене. Лев, да он сам уйдет, он проводит нас и уйдет, Лев. Бесполезно, он все равно прибежит обратно. Он вообще не воняет. Лев, обувайся, выходи. Не знаю. Это я еще концовку сняла. Это еще, можно сказать, не все утро. Спрашивай, Лиза, не спрашивай. Я понимаю. Я встаю, собираю себя, собираю детей, поднимаю вас. Я все успеваю. Дай сюда. На всякий случай, чтобы я успела в душ приехать домой. Давай. Чтобы я не ждала. Цветочки, давай. Все никак не выйдет. Ну пусть на второй машине едет. Короче, нет. Лиза, я была за тебя. Вов, ну зачем ты вытираешь? Она сейчас само высохнет. Сейчас они все на лапах, и все это оближут, и будут блевать. Ты хочешь прийти? Да не будут они блевать, господи. Ну если выпить и вот это... Вов, быстрее, пожалуйста, выходите, а Лиза опоздает. Любые сборы у нас. Ой, да что ж такое-то, а? Я понимаю, Лиз. Я за то, чтобы ты на второй машине ехал. Нет, не оставайся. А Маша что делает? Не знаю, что там Маша делает. Дети, свои ведра возьмите, идите. Песочные. Хорошо. Так, игрушки взяли, песочные. Там кондиционер, Маш, там вообще не душно. Одни дети в хорошем настроении. Какой чудесный возраст. Всегда все нравится, все хорошо. Все, закрывайте дверь. Да капец, одни дети в хорошем настроении. И я была с утра еще. Так, дети, давайте в багажник все это барахло несите. Лавруш, неси в багажник. На ручки, что ли? Нет, вместе поедем. Не знаю, ждем папу. Нашего психованного папу. Лева в машине сидит. Мы ждем папу, я не знаю, зачем он пошел домой, уже давным-давно там. Семейные выходные называются. Папа в плохом настроении. Ну, не в 59 же, Лиз. А это же, блин, крындец. А ты почему не пристегнут, зайчик мой? Пристегивайтесь. Так, едем на двух машинах. А что у меня со стеклом? Садись, Лавруш, нормально, нормально. Капец. Все, спокойно. Тихо, тихо. Тише, не ори. Все, все, тише, все. Так, все, папа. Так, гараж закрыли. Так, все, спокойно, все успокоились. Ну так Лизоня, да, вся в папу. Просто улица сидит. In a quarter mile, keep left onto Malibu Lake Circle. Да, 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 есть кого. Так, ладно, все выдохнули, успокоились. Едем за сабами. Сейчас купим вкусные сэндвичи. Ну, как видишь, в общем, была вероятность, что папа останется. Сначала Лиза психовала, она останется. Потом папа психовал. Потом это еще не дошло, что я психую. Я это не снимаю обычно. Если мама потеряет контроль, все, капец всем вообще, да. Все, друзья, я просто это не снимаю, это вы мне пишете всегда. Реально все здесь, все у меня в машине. Я предложила, чтобы Лиза поехала на отдельной машине, но вот что-то пошло не так. Что-то пошло не так вообще. Ладно, все, погнали. Все, выдохнули. Сейчас поедим. Все еще голодные, все же никто ничего не поел. Ну да ладно. Вот так, друзья, проходят выходные в большой семье. Так, все, спокойно. Так, мы приехали, друзья. Сейчас открою. Так, папа. Вот в такое вот заведение мы приехали. Я его Майклс называю. Никак не могу запомнить, как он называется.
Давайте, выметайтесь из машины. Сейчас мы быстренько выберем сабы. Эти называются. С 56-го года они называются сабы. Какое? Ну я и так рядом встала. Чего опять-то не так? Так, все, пойдемте. Держи, я машину закрою. Маш, а полотенечко зачем? Карточка одна, у меня вторая не работает карточка. Потому что ее заблокировали. И что надо делать? Левое списание. И что, у меня вообще нету карточки. Я просто к тому, что нам там на въезде нужно будет заезжать и за две машины платить. То есть а есть кэш? А? Кэш есть? Нет у меня кэш. И в машинах нету кэш? Да можно у них сейчас попросить. А, может быть так действительно сделать? Можно так сделать, нет? Ай, мамочки. Заходите. Это просто к тому, что я тебе сейчас не могу отдать карту, потому что иначе я останусь без карты. Ну, окей, на мне не надо. Hello. Так, набираем и колу, и чай папа взял. Папа отказался от саба. Ну ладно. Так, печеньки девочки взяли, дети чипсы попросили. И готовятся наши сабы. Один готов? Сейчас остальные нам сделают. Да. Там нам готовят все. Ой, Лиза, а что ж ты бекон-то свой не взяла, любимый? Я взяла с бекон. Взяла? Да, Лёва сам не знает, что хочешь. Так, все, заплатили мы $84 за все. Там было 70 с чем-то, мы 10% оставили на чай. Да, можно взять вот такую вот коробку, и там сэндвичи внутри, если, допустим, на пляж. Но мы вот такой пакетик взяли, потому что коробка еще кучу денег стоит. Нет, они сначала поесть должны, нет. Да, да, есть. Смотрите, какой огромный сапчик. Вот это сапчик. Их на самом деле просто делишь напополам и все. Нам складывают. Так, что там? Еще один ждать надо? А, еще. Один только положили, да? Ага. Второй пакет был. Детям объясняем, что чипсы сейчас не надо. Это не бургер. Это булочка, твоя любимая булочка. Сейчас будем кушать. Балаган. Сейчас будем кушать. Чипсы детям. Ну, хочешь, еще возьмем. Еще надо взять? Тебе надо еще? Ну, давай еще один возьмем. А, я уже рассчиталась. Нет, Леп, нет. А, мы на пляж же едем с ними. Это твой готов. Ну, Лев, ну давайте на пляж все вместе поедим. Ты сейчас будешь есть еще полчаса, ждать тебя еще. Да, и чипсы на пляже. Катя, здесь обычно мало народу сидит. В основном все уезжают отсюда на пляж или в дороге где-то едят. Ну, почти правильно, Катя. Понтанулась в школе? Да? Да, такая. Вон, видите, как там нарезают? Мяско, грибочки мои. Я с грибами взяла просто. Все, взяли пакет, взяли второй пакет. Лавр! Лаврика забыли. Так, все, набрали сэндвичей, сабов и погнали на пляж. Что, что? Я заказывал еще бреверидж, чай. Где чек? Покажите мне, просто я сказал. Чек я просила, не надо. Она спросила, вон он твой чек. Нет, я бреверидж отдельно заказал в стакане, чтобы взять налить. Есть чек? Чек? Да, здорово. Да я не брала чек, я же тебе говорю. А он спросил и сказал, не надо нам чек. Мама сказала, чек не нужно. Ну все, Лиз, ну все, ладно. Сейчас папа успокоится. Пойдемте. Полиция. Лиз, держи его за руку. Катя. Все психуют. Так, все спокойно. Все спокойно. Все, едем. Сейчас уже пляж у нас буквально минут 10. Это у нас было по дороге. Взяли пакеты. Едем, едем, зайчик, едем. Сейчас уже будем на пляже. Сейчас разворачиваемся. Так, мы уже почти приехали. Буквально мы ехали совсем чуть-чуть. Вон народ идет пешком. Домишко какой. Кто-то себе отгрохал. В современном стиле. Так, ну что, едем на тот тогда. Там парковка тоже, скорее всего, вся забита. Так, все, наконец-то мы приехали. Мы встали на парковку. На вот такую вот парковку. Дети, вы несете свои ведра. Да? А у нас одно ведро, да? Одно ведро взяли, да? Давайте тогда вот эти все штуки сюда. Подождите, давайте всякую ерунду оставим, то, что вам точно не надо. Ну, ладно, ладно. Значит, все с собой тогда.
Так, что, стульчики берем? Да, придется. Нам, конечно, да. Вау, круто, круто, да. Да, Лёва, давай, бери одно. Народу довольно много. Мы встали на втором, по-моему, этаже. Даже не на первом, а на втором этаже. И сейчас пойдем к лифту. А где ключи у меня? Так, все, все, спокойно, спокойно. Так, ребятки, главное сейчас маме настроение не испортите. А то всем пиздец просто придет. Ты держишься? Давай, давай руку нормально, дай мне. Я вообще налегке иду. Висконсин, Айова, Штаты. Какие? Это точно наши, номеров впереди нету. Это все Флорида. Много очень приезжают сюда, конечно. На одну? Охренеть. Офигеть. На одну машину? $10. Это просто Майами. А было сколько, Майами. Я не помню. Ну, я было. Просто бесплатно, слава богу, у меня стикеров. А у меня нет стикеров, только за мою машину, да? Давай, Лавра, дай мне руку. Мы не на лифте, мы на лесенке. Очень дорого. Очень, очень дорого, да. Котеночек, побыстрее чуть-чуть, девочка. Держись ручками. Взяла два совочка, молодец, налегке идет. Семейная вылазка. Семейная вылазка, да. А я предлагал взять джетски, поехать. А какой смысл жить в таком городе, в таком штате и не ходить на пляж? А вот в чем смысл? Ну а это какой пляж? Мы это будем до вечера слушать. Beach Store. А на квадриках мы бы не задолбались. Ну да, как бы. Ну окей, а на квадриках что, по-другому было бы? Было бы гораздо все хуже. Можно было ехать спокойно на причал. Ну да, и народу бы там никого не было, естественно. Только на пляже же все. Там такой же пляж. Все на квадриках, на лодках. На свой пляж личный, где там никого нет. У нас нет личного пляжа. А, блин, ты был среди недели там. Сегодня везде, так ты был среди недели. Я сегодня не поехал. Ну и что, давайте выходной посидим дома, да? Лаврушу, давай дядю пропустим. Ну у детей-то, дети-то в школе. Ну у детей последние 2 дня в школе. Ну и что? Сегодня выходной, отлично отдохнем. Что не так-то? Купили с собой, дай мне ручку. Давай я понесу. Давай, тут и гремишь, и теряешь постоянно. Еле несет свою погремушку. Сейчас там снимем футбол. Сейчас все снимем. Так, мы уже пришли. Семейка моя. Ругань с утра. Вот такую нам надо, папа. Сейчас бы так легонечко мы все провезли. Вам надо мозги. Вот она, друзья, дорожка в рай. Теперь осталось найти место здесь. Найдем. Давайте вперед ищем место. Что тут искать? Вот здесь можно. Можно и здесь, в крайнем случае. Да, это общественный пляж, здесь не только резиденты, здесь отелей просто много, поэтому здесь, конечно, нам надо постараться, чтобы найти что-то. Пойдемте вон туда прямо. Вообще решили не париться и просто пошли прямо. Да что ж такое-то, а? У нас вечно что-то идет не так. Блин, это пипец, когда человек все время недоволен. Это нереально. Уже начинает у меня портиться настроение. О, шикардос. Вот здесь мы и сядем. Так, одна звезда. Давай, уже побежала. Располагаемся. Купаться, конечно. Шикарно, ребята. Народу. Классно, все отдыхают. Так, мамин стульчик готов. Добрались наконец-то. Классно. Так, ну что, давайте кушать, да? Вы еще не расположились? А? Вы еще не все разложили? Нет.
А что вы рядом со мной ляжьте? Что вы там-то легли? А ты... Маш, смотри, сколько места. Почему вы там легли возле людей? Так вот, играйте, ложитесь. Садись, садись. Ну зачем нам всем двигаться? Маш, мне... Давайте не надо так близко к людям. Вы и так уже легли ближе некуда, Маш. Так, ребят, ну что, много сабов. Мой... Лиза, а... Да я... Вот два 16-х одинаковых, это ваши. Походу. Раз. Это, наверное, это Левин. Нет, Левин в другом вообще был. Два 16-х, Нате. Это оба ваши. Лева, твой вот здесь, скорее всего. Так, ладно, это что такое большое? Это, может, мой, наверное, самый большой. Держи. Это тебе. Лаврик уже кушает. Вон, смотрите, сколько квадриков стоит. Никакой запары. Подошел, заплатил. Здорово. Покатался, поставил на место. Не надо с собой их таскать. Не надо этот гемор никакой. Вон, все довольны. Все наелись уже. Ой, маленький какой. Ой, кайф какой, а. Смотрите, сколько там на квадриках катаются. Где он? А, дай мне, дай я закину. А где он? Сейчас он сюда прискачет, я ему кину. Воробушку хотим накормить. Маша, поменьше не было кусочка, а? Серьезно? Улетит. Маш, дай нормальный кусок. Вот это точно улетит. Вот это улетит, Маш. Где он? Большой. Так, детям поставили зонт. Большой кусок? Ну, конечно, Маш, ну вот это что? Вот так и надо было. Ой, тяжелый кусочек, тяжелый. Куда побежал? Второй прилетел. Два голодных воробушка. Ага. Они по очереди. Ой, ого. Видел? Чуть не смыло. Вот он ваш хлебушек мокрый. Нате, мокрый. Смотрите, вообще не боится. Мне кажется, он меня с руки бы съел. Дети пошли купаться. Папа отдает старшим. Старшие уже уезжают все втроем и уносят большую часть, да, нашего инвентаря. Очень удобно. Чемодан вот этот сейчас заберут, наверное. А мы еще остаемся пока с папой и с малышами. Все, мы уже сколько тут сидим, уже смотрите, какие черные тучи. Молодцы, Лавруша молодец. Все, сандалии запихивайтесь. Подожди, Лаврик, давай еще. Внизу, вот здесь внизу мне нажми, внизу нажми. Нажми вот здесь и держи. Нет, вот эту нажми.
Лаврик, ты меня слышишь? Вот эту нажми. Вот эту нажми кнопку. Все, дай, дай. Нажимай, нажимай. Молодец. Давай еще. Угу. Все, молодец. Так, обуваться. Лаврик, все, давай, дядя ждет. Пойдем.